Всем привет, добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о моих браслетах. Вы меня просили о них рассказать, показать. Пожалуйста, мне очень приятно, я их покажу, расскажу. Здесь у меня еще такой поднос с браслетами. Давайте начнем. Я люблю браслеты, я люблю аксессуары, я люблю все ярко. В общем, ну, мне нравится. Начну с этого браслета. Это один из самых моих любимых браслетов. Мне подарила его моя подруга. Ну, она мне как вообще, как родная сестра, мама, ну, кто угодно. То есть, очень близкий мне человек. И мне все время казалось, что она привезла мне его из Кореи, потому что она очень много путешествует. На самом деле нет, она мне привезла его из Пекина. Это китайские браслеты. И если вы были когда-нибудь в Китае, вы, может, могли, наверное, очень часто увидеть женщин, девочек, молодых девушек, которые носят такие браслеты. Они бывают совершенно различных цветов, от зеленого до фиолетового, до какого-то такого беловатого, с разводами. Вот такой цвет считается очень редким, очень таким ценным. Он вообще чистый, цвет чистейший. То есть тут нет ни одного маленького вкрапления. Это считается очень как бы круто. Вот. А этот браслет, он, ну, призван вас защищать от каких-то таких плохих, негативных со стороны на вас. Если кто-то что-то плохо думает, он как бы вас оберегает. Это такой оберег. Также он от болезней защищает. Ну, это вот такое поверье, да, есть. И знаете, есть такая история у моей подруги, она случилась. Я к ней недавно ездила в гости в Китай. И у нее есть такой же браслет, она его купила, сама себе выбрала. То есть нужно обязательно понять, вот насколько тебе он нужен, этот браслет. Вот просто так вот, если это красиво, ой, я хочу такой браслет. Нет. Вот чтобы он себе что-то действительно нес, нужно вот прям, чтобы камень вас как бы позвал. Вот с ней вот так случилось, она говорит, я пришла, вообще не собиралась покупать, но мне так он понравился, что я вот поняла, что он мне нужен. Она, короче, купила этот браслет, очень долго в нем ходила, и он у нее треснул. Я говорю, как? Ну, он вообще, то есть, вот это самый прочный камень считается. Ну, очень редко, когда что-то такое случается, чтобы он треснул. А у них произошла авария автомобильная, они, все случилось хорошо, они не пострадали, ничего, но когда она вышла из машины, она заметила, что ее камень треснул на этом браслете. Он не сломался, но вот была просто трещина. Ну, не знаю, мне кажется, это так интересно. Может быть, он ее каким-то образом защитил. Элвис, видимо, будет сопровождать нас. А дальше покажу вот эти два браслета. А это золотые браслеты. Вот этот браслет мне подарил мой муж. Это такой, ну, просто такая, как золотой браслетик, тонкий очень, а здесь маленький колокольчик. Когда ходишь, он так звенит. Мне нравится, я тоже его никогда не снимаю. А этот браслет цепочка тоже очень такой тонкий, с такими золотыми бусинками. И на нем мне моя подруга подарила вот такой маленький глазик от сглаза. Ну или не от сглаза, просто такая деталь. И давайте покажу вам браслеты, которые лежат у меня здесь. Начну. Чисто австралийский дизайн. Это дизайнеры Dinosaur Design, дизайн динозавров. Это браслет, ну, они делают браслеты, они делают колье, они делают, ну, всякие аксессуары, да. И также они делают посуду. Очень красиво у них салатницы бывают. И все, знаешь, в таких разводах. Абсолютно разной цветовой гаммы, вазы для цветов, ну, крутые. Это смола деревьев, и вот они потом это все так дело красят. Классный браслет, такой здоровый, большой, с чем-то таким белым, простым, он смотрится очень хорошо. А дальше вот такой браслет, я, честно говоря, не помню, что это за марка. Это пластик с серебряным напылением внутри. Он смотрится немножко, знаете, как будто скотч на руке. Но очень прикольный, он легкий, и знаете, если вы куда-то идете, ну, одели что-то такое очень простое. Элвис, иди сюда. Прошу прощения, ну, вот у нас сейчас такой период. Элвис, иди сюда. Иди сюда. Элвис передает вам привет, и мы будем вместе разговаривать.
Если вы куда-то идете, этот браслет очень красиво будет дополнять ваш костюм. А дальше я покажу вам такой браслет. Я купила его сама в винтажном магазине. Это как карты. Это костяной браслет. Винтажный. И здесь прям вот выбиты карты. Очень крутой, очень красивый, тонкая работа. Мне он очень нравится. Но, видимо, придется менять резинку, потому что резинку очень сильно растянули. Дальше. Вольтер ван Берендонг. Такой есть дизайнер, которого я обожаю. Он крайне экстравагантный. У меня есть пара вещей от него, которые я очень люблю. У моего мужа есть вещи от него. Необычный, классный. И вот такие у меня есть фейковые часы, браслет. Это все вот такая крутая очень вышивка. Вот его логотип. Такой голый чувак с бородой. Если вы посерчите, он сам выглядит. Он такой очень большой, с бородой такой, ну, прикольный. И вот он делает очень классные штуки. Вот так вот его одеваешь, он на кнопки, и вот так ходишь. Очень классно. Тут все кожа, очень крутая работа, красивая вышивка. А дальше браслет такой. Это такой слон. Это Кеннет Джей Лейн. Это винтажный браслет, американский дизайнер. Сейчас покажу. У него была прям такая серия с животными. У моей подруги есть жираф, у меня вот такой розовый слон. Очень красивый. Вот он так хоботком как будто держит, обнимает вашу руку. Сейчас покажу поближе. Очень красивые на нем детали. Ну, кто знает винтаж, ну, те наверняка знают его имя. Дальше тоже винтажный браслет от Шанель. Вот такой вот. Он очень прикольный. Он, в него вплетен, наверное, кусочек шелкового шарфа или, не знаю, ну, какого-то шелка. И этим кусочком, кусочек этот промотан через вот эти вот звенья цепочки. Ну, и тут лого Шанель. Прикольный. Его очень приятно носить за счет вот этой шелковой детали. Вот так вот он выглядит. Классно. Я люблю, когда, знаете, такое все золотое, нарядное. Дальше у меня есть вот такой маленький браслет. Это тоже золото с каким-то камнем. Это тоже был подарок от моей подруги. Это он очень деликатный. Я все время боюсь, когда я его ношу, потерять его, потому что, ну, ничего не стоит ему соскользнуть. Но, конечно, он смотрится просто дивно. Потрясающе красивый, такой нежный, тонкий, элегантный браслет. Мне очень нравится. Такой. Дальше давайте покажу вам еще один винтажный браслет. Это Dior. Тоже винтажный браслет. Вот тут вот лого Christian Dior. Он такой гремучий, он такой класснючий. Мне он так нравится. Я, по-моему, была в каком-то видео в нем. Но видео в нем снимать не очень хорошо, потому что он очень сильно гремит. Но, конечно, это вещь. Никто сейчас уже не делает такие вещи, к сожалению. Мне нравится, как тут прям вот все детали проработаны. Видите? Он как такие старинные монеты. Очень круто. Так, дальше вот такой браслет, я вам его уже показывала, это моя подружка со своей дочкой мне подарили. Это просто ниточки, веревочки, ну вот цвета и, ну, просто оказанное внимание, это мне очень нравится, я это очень ценю. Вот такая штука. Дальше браслет, два браслета от бразильской марки Тригони, по-моему, она называется. Я оставлю вам ссылку на нее. Два браслета. Один вот такой. Он состоит из таких звеньев с разными деталями. Сейчас я покажу, как они выглядят. Вот такие разные детали, очень красивые. Это все сваровские кристаллы.
Давайте я вот так. Тонкая работа. Он, знаете, очень эффектно смотрится, очень так блестит, не слишком красивый. Такой браслет. И также от них у меня такой сет, колье, сережки и браслет. Это медь и тоже кристаллы Сваровски. Вот с такими вот красивыми цветочками. Сейчас я вам их. Вот. Тут, конечно, отсвечивает на камере, но эти цветочки просто прелестные. И знаете, у них такое нежное, какое-то ненавязчивое вот это мерцание, потому что некоторые браслеты, там какие-то украшения с кристаллами Сваровски, мне они не нравятся, потому что они очень сильно блестят. Но это очень красиво в этом. Вот такой у меня есть браслет. Я, честно говоря, не знаю, откуда это. По-моему, это тоже какой-то винтажный браслет, но я, честно говоря, не помню. Вот такой. Тут очень красивые тоже кристаллы и очень красивые грани, в которых они сидят. Вот такой браслет. Я надеюсь, вам понравилось. Тут на самом деле все мои браслеты. Могу продолжить, могу показывать свои клипсы или еще что-то, потому что у меня, конечно, большие залежи всего такого. Я не могу себе отказать, если я, например, я люблю постоянно быть в поиске сокровищ. И когда вот ты находишь что-то вот такое, вот Шанель винтажную в каком-нибудь маленькой лавочке, в маленьком винтажном магазине, и она лежит, пылится, и никому не нужна, то, конечно, ты хочешь ее себе забрать домой. И да, вот у меня есть такая тема. И если я что-то задумываю себе, какой-то дизайн или какую-то вот вещь, которую бы я бы хотела, я все время ее потом так или иначе получаю, и как-то вот она ко мне приходит. То есть сила мысли и сила желания работают. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо вам большое. Всем пока. С вами была Аленка Блок. Чао-чао.